Здравствуйте, вы на канале Бардачок ТВ, с вами снова я, Александр Трепетин. Несмотря на войну, мы все-таки отметили День автомобилиста. Пусть не столь пафосно, как в столице, не столь масштабно, но зато душевно. На главной площади города собрались автоспортсмены старшего поколения. Харьков с полной уверенностью можно назвать столицей автоспорта Украины, как по количеству проводимых мероприятий, так и по числу заслуженных участников автосостязаний. Вот ради этих самых заслуженных все и затевалось. Впрочем, и случайным зрителям мероприятие было интересно. Случайным, потому что никаких анонсов по понятным причинам не было. Информация прошла строго внутри автоспортивного сообщества. Так вот, все, кто проходил по площади Свободы в районе полудня, с интересом рассматривали представленную технику – спортивные машины из различных дисциплин автоспорта. Но ветераны автоспорта, все это видавшие не раз, не упустили возможности пообщаться. Уж очень редко получается встретиться столь представительной компанией. Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Немного позже организаторы Николай Чмых и Валентин Мартышко объявили главную цель мероприятия – основание клуба ветеранов автоспорта. Задача клуба – сохранение истории украинского автоспорта, передача опыта следующим поколениям спортсменов. Как было сказано организаторами, если все регалии харьковских заслуженных автоспортсменов выложить на асфальте площади Свободы, то до входа в здание обладминистрации точно бы хватило. А чтобы напомнить о спортивной молодости, ветераны получили возможность прокатиться на довольно необычном автомобиле, представленном школой водительского мастерства М-Спорт. Особенность этой машины – тележки, закрепленные у задних колес. Благодаря их конструкции можно регулировать сцепление задних колес с асфальтом, меняя поведение автомобиля, чтобы имитировать движение по скользкому покрытию. Судя по увиденному, даже опытные драйверы допускали ошибки на трассе короткого слалома. Закончилось короткое мероприятие традиционно общим фото и поздравлением всем автомобилистам. Шановні друзі автомобілісти, шановні ветерани автоспорту України, Харків вітає вас з Днем автомобіліста та бажає вам міцного здоров'я, гарного настрою, безпечного життя і перемоги нам. Зі святом вас, друзі! Ура! Ура! Вот так прошел для меня День автомобилиста, а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, увидимся. Ни гвоздя вам, ни жезла. Ну а Русни, пизда.